Привет, дорогие друзья, с вами Валерий, вы на канале Валерий Хауса, и мы запускаем новую рубрику, я так подумал и решил, почему бы и нет. Запускаем новую рубрику «Игры до 50 рублей». Здесь будут выкладываться игрухи стоимостью от 1 рубля до полтоса, короче. Ну, будем смотреть, может найдем что-нибудь стоящее, вот. И не забываем подписываться на канал, также ставить лайк, не забываем ставить дизлайк и писать в комментариях свой отзыв о игре, как бы, ну, что вы думаете, нормальная игра, ненормальная игра, вот, все это будет интересно мне почитать, с вами пообщаться в комментах, вот. Ну и поехали. И первая игра, короче, которая открывает плейлист этой рубрики, это Project First Contact. Уровень английского бог, как обычно, у меня. Вот, и что пишут об этой игре? Короче, неопознанные летающие объекты приближаются к Земле, повергая жителей планеты в панику. Инопланетная цивилизация приступила к выполнению проекта «Первый контакт». План, которого захватить планету Земля и порабощить, короче, человечество. Как-то так вот. Это типа, короче, экшен, survival horror, что ли, что-то такое, короче. Сейчас посмотрим. Давайте, погнали. Новая игра. Из-за иностранцев у вас будет часто галлюцинации. Это нормально? Такое предупреждение, да? О, ладно, окей. Погнали. Что это такое? Это типа летающие тарелки прилетели. Какой-то очередной крайофир, что ли, или что это? Ладно, допустим. Какие-то сараюшки. И все. Это был пролог, короче. Это был пролог. У нас, смотрите, какой-то зомбарь нарисован здесь. Зомбированный. Так, ладно. Ой. Что-то как-то нашего героя прям вот качает. Как-то. Как бы. Меня бы не укачало, пока я тут буду проходить, смотреть эту игру, короче. Тут. Кровати, но они без ничего. Просто непонятно, где мы и чё мы. У нас есть радар. Есть радар. Так. ХП. Я так понимаю, в левом нижнем углу, но у вас не видно из-за моей... Воу! Твою мать! Что за херня? Я уже обосрался. Твою мать! Какого хера? Почему-то громко. Я могу открыть? А, во, открыл дверь. Чё за... Летающие тарелки там... Что-то не так. Так, контроль. New player, взад. Короче, бэк-шифт, да. Бэк-шифт. Причем появляется... подсказки после того, как я нажму на кнопку. Я понял, уберись с экрана, обучалка. Ладно, движемся дальше. Тут леса. А, смотрите, летающая тарелка упала, валяется. Так, окей. Этот шум меня уже напугал почему-то. Так, я могу бить или что-то делать? Нет, не могу ни черта. Так, ладно. Куда нам идти-то? Вообще что-то не понимаю. Корабль здесь. Корабль, кстати, похож, помните, игру «Отчужденный», да, бесплатная, которая в раннем доступе. И... похож, кстати, корабль.
главного героя там была такая же лодка. Так, это труба. Ладно. Так, ран. Ран! Ран, Вася, ран! Я же не могу ни бить, ни черта делать. А я могу залезть. В смысле? Я сдох? Какого хера? Почему я сдох? Я не понял. Не понял этого. Ладно. Что за херотень? Игра в Steam стоит 14 рублей, короче. Сейчас посмотрим, на какое дерьмо мы потратили 14 рублей. Так. Прыгать я не могу, кстати. Прыгать я не могу. Садиться я тоже не могу. Почему я сдох? Непонятно. Может, какие-то сигнальные импульсы в голову нашему герою. Инопланетяне же любят, да, вот эту фишку там, типа, это. Так, ран, ран. Ран, 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 ран. О, я могу забраться. Что происходит? Да я вообще не могу понять. Так, чувак. Отвали от меня. Он такой просто мимо меня так прошел, короче. Типа, ладно, Вася, гуляй. Я тебя трогать не буду. Твою мать. Что происходит? Что с этой игрой не так? Лодка, смотрите, сама по себе там плавает. Так, можем там сохраняться. О, сохранить можем, кстати. Не работает. Сохранить игру не работает. Вы что, прикольнулись? Реально, что ли, не работает? Игра, типа, короче, в раннем доступе, но... Ну это слишком, это что-то какой-то трэш, реально. Там еще в метках, короче, было типа симулятор какой-то, симулятор чего? Симулятор выживания, что ли? Я пока ничего. Вау, 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 вау! Какая-то башка, какая-то бабья башка за. Вау, еще одна! Что это за трэшак? Меня хотят убить головы. Летающие головы? Или это просто непрорисованные? What the fuck, а? Да хорош ты орать. Она хочет меня убить криком, что ли? Может, поорать тоже на нее? Какие-то орущие головы летают. В смысле? А куда мне двигаться? Какое у меня задание? Я вообще не... Я могу в дом зайти там. Заманало, что-то он так громко орёт. Погоди. Ну вот, мы зашли в дом. Ладно. Оу, голова! Головы летают рядом со мной. Что? Ау! В смысле? Что за трешняк? Окей, ладно, побежали дальше. Побежали дальше. А, я ж прыгать не могу. Прыгать я не умею. Так, тачка у нас близко. Да, что ты? Какие-то глаза. Кто мне там? Так, погоди. Оу! Зомбарь? Или кто это? Так, а здесь тупик. А здесь тупик. А все так красиво, знаете, она... Что? Зомби без лица? Что, блин, происходит, а, с этой игрой, мать твою? Что это за трэш? Куда мне идти? Куда мне бежать? А-а-а.
Симулятор побега от... I'm gonna kill you. Чего, блин? Симулятор побега от непонятных, короче, существ. Зомби без лица, без головы. Летающие головы отдельно. Что это, блин, за бред? Люди. Когда вы выпускаете игры, вы хотя бы, не знаю, вы хотя бы допиливаете хотя бы как-нибудь, не знаю. Это что такое? Что это за черт? Что это? Это как это? Что за крокозябра? Что за... Это реально, это просто реально промывка мозгов, знаете? Инопланетяне просто промывают мозги этой игрой. Какой-то трэш. Чё там за скорпион? Или кто это? Что это за... Чё это за чел? Что за черт? Этого нам не открыть. Так, ладно. Воу-воу-воу-воу! Чё за противогаз? Кто одел на меня противогаз? Кто одел противогаз и снял с меня противогаз? О, ещё одна крокозябра. Так, а может нам к летающей тарелке подбежать надо? Чтоб нас нахер похитили из этого дурдома. Я не хочу жить на этой... Здесь, да. Эти твари, они... Мы пришли на кладбище, короче. Прибежали, ну... Что происходит? Что, блин? Блять, что такое? Что это за херня? Аллилуйя! Мы прошли главу, что ли? Что это? Мне еще не хватало перед сном такого трэша просто. Ладно. Ладно, допустим. Окей. Сохранить игру я все равно не могу. Продолжим. Я не удивлюсь, если я сдохну, короче, и начну заново все. Так, фотоаппарат. Мы взяли... Мы взяли фотоаппарат. О, приближать можем, погоди. Взяли фотоаппарата и дальше что? Там была, короче, подсказка, там был управление, типа. Ну, я так не понял, что... Фонарик. F-Q. Так, погоди. АКУ. АКУ не работает. Было, типа, КУ, короче, нажать. Ну, ладно. Допустим. У нас есть фонарик. Теперь намного лучше. I'm gonna kill you. Да что ты говоришь? I'm gonna kill you. I'm gonna kill you. Что за летающий заяц? Это что такое? Черта не понятно. Это позвоночник чей-то. Это драконы, что ли, здесь? Я застрял, и вообще, у меня главный герой не прыгает. Почему он ходит, как этот, как инвалид? Кстати, батарейка у фонарика тоже кончается. Кого-то сожрали, что ли, или что? Это что за... Большая пластмассовая кукла с красными глазами. Воу-воу! Это она говорит? Это она так делает? Что за бред? Что за черт? Это типа стоп. Стой, сюда прохода нет. Вау! Тихо, ты погоди. Погоди, не так, не...
Не так быстро, погоди. И эта дверь, и здесь проход открывается, и там проход открывается. В смысле? Куда мне идти? Ладно, пойдем к водичке, пойдем. Пролетел опять летающий заяц? Твою мать, что за бред? Что курили разрабы? Я вообще не понимаю. У нас фонарик сдох. Смысла его держать в руках я не вижу, короче. Какой-то трэш. Ладно. Так, меня кто-то хочет убить опять. Вот этот черепок, который появляется, я думаю, это нас хотят убить, да? Это хуже агонии, короче. Польская агония, знаете, да? Такую игру, агония. По воде, если мы пройдемся, ничего не будет. Не утонем, нет? Скелетон, ты что-нибудь покажешь? Я не удивлюсь, если ты что-нибудь покажешь. Или голову поверни хотя бы. Что это за летающее? Я даже не знаю, как это все назвать. Это просто это слово. Опять летающие зайцы какие-то. В смысле? Я застрял. Как я пройду дальше? Призраки зайцев. Призраки плюшевых зайцев. Короче, это симулятор, я так понял, это симулятор, короче, бегание от всякой хрени непонятной. Конечно, звуковое сопровождение говно просто. Конечно, тишина. Конечно, тишина, и почему-то в потемках. Понятно, фонарик там. Чё за звук? Что, блин? О, это типа лифт? Это типа лифт. Никуёвый такой лифт, короче. Непонятно вообще, откуда... Какого хера просто эти звуки, крики просто... Звезда моим ушам, короче, это просто... Это реально... Наркомания просто. Я не понимаю, под чем были разработчики, когда делали эту игру. Какого хера у нас главный герой не прыгает? Ладно, побежали. Просто трешняк. Хорош. Хорош уже так делать. Это реально, это же не пугает, это просто... Это... Неприятно. Неприятно ушам. Это, короче, лифт. Такие лифты, да, летающие. Так понял. Там вначале тоже такая херня была. Наверное, может, это она и есть, в принципе. Ну, это мы наверх поднялись. Сколько можно лезть? Короче, вот этот звук должен был напугать, но он просто сделал харакири моим ушам, моим барабанным перепонкам, короче. Ну что такое медленный? Могли бы сделать, не знаю, чтобы ходьба была побыстрее. То у нас главный герой, короче, бегает. Бегает, как ходит.
это такое. Кто-то любит пятки, кто-то любит пятки скелетов. И чё, мне не поднять? А, он поднимает, смотрите. Просто. Я не думал, что такой трэш может быть вообще стоить денег и, блин, ну как денег, ну, копейки, но, блин, честно, в принципе, не жалко, но такой трэш выпускать просто еще. Такая игра должна как минимум бесплатно быть, просто как пробник такой, знаете, даже не пробник, я даже не знаю, вообще стоит ли такое выпускать. Сделан, я вообще не сделан какими-то наркоманами в подвале. Так, когда же это кончится все? Мы всю игру будем ходить вот так вот, да, по пещерам каким-то. Это даже, эти пещеры даже не похожи на пещеры из Чужих. Они, видимо, что-то хотели такое сделать, вот видите, из этих позвоночников, из... Чувак с бензопилой, знаешь, за нами еще сейчас чувак с бензопилой будет бегать, что ли? Это по стандарту? Почему темно? Почему... Опять я на улицу вышел? Там... Бензопильщику, по-моему, херово. Что-то с ним не так. Гэдди, я взял фонарик. Хера не освещает, не освещает. Вы видели это чудо? Вот это чудо. Я сейчас сдох и все? С самого начала? Нет, смотрите. Не с самого начала, оказывается. Тут все медленные, вы заметили? Тут все медленные. Здесь даже... враги какие-то медленные. Не да. Да почему сдох-то? Смотрите, он был на расстоянии от меня. Какого хера-то он сдох? Что это за... Вообще просто трешняга. Я ж после такого заснуть не смогу, Прекращайте так делать. Давай беги. Я... Вот вы смотрите, просто... У меня жизни кончаются сами по себе. Что за бред? Короче, это просто... Мой мозг отказывается это воспринимать. Да возьми ты фонарик-то. Куда бежать-то? А, или я по какой-то воде, что ли, бежал невкусный, который нас убивала. У нас главный герой, или это героиня? Кто это вообще? Это женщина или мужчина? Ну, судя по дыханию, это женщина. Окей. Да твою мать! Походу, такое ощущение, как будто разработчик сам озвучивал, короче, вот эти крики делал. И... О, привет! Привет, привет, чувак. Видали, какие у него глаза просто? Воу-воу-воу! Какой-то полтергейст, что ли, какой-то. Здесь почти все, все перемешка. Это реально... Меня пилят просто, я иду спокойно, меня пилят. И фонарик просто, он не освещает вообще ни черта. Это какой-то вообще просто, не пойму. Я не понимаю, во что я вообще сейчас играю, просто. Куда мне, ничем не делать? Так понимаю, мне надо добраться до... Так.
извиняюсь за свой французский, но просто это... Просто ебать. Как... Кто-то с дверьми не все в порядке. Так, у нас тут... Почему дверь такая большая? Я чё, карлик, что ли? В доме великан. Да хватит тебе уже дышать-то так. Почему так громко? Что это? Это что, какие-то головоломки, что ли? Это просто полка. На этом месте мы должны были бояться. Мне там факел показал. Ясно, друзья, ясно. Это просто полный трэш. Это, короче, полная лажа. Полная уж задница. Вот. Ну, ладно, посмотрели. Пишите свои отзывы о видео, о игре. Что вы о ней думаете, короче. Я не, вообще, если честно, ничего не думаю. У нас еще игра крышанулась вообще просто. У меня ошибка выскочила. Во. Охеренно просто. Вот. Ну и... Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Отписываемся в комментариях. И с вами был Валерий.